Здравствуйте, дорогие зрители! Продолжаем с вами учиться на бесплатных видеоуроках в Риолите, как плести украшения с бисером. И мы сегодня с вами будем оплетать вот этот камешек. Использовать я буду металлизированную нить Мадейра 8 номер. Я подобрала уже схемку под оплетение, учитывая нитку и камень. И все кольца и дуги будут повторяться, поэтому я все не пишу. Так как камень имеет у нас лицевую сторону и изнаночную, мы будем это учитывать и будем плести. На изнаночной стороне кольца у нас будут без бисера, а на лицевой с бисером. Итак, начинаем вместе. Делаю 2,5 узелочка, потому что нитка не скользкая, для того чтобы спрятать ниточку, да? Теперь у нас по схеме пико небольшое, дальше 6 узелочков. Пять пико и 4 узелка. Закрываем колечко. Затягиваем. Первое колечко готово. Ниточку можем отрезать. Можно сразу подпалить, можно потом. Полиэстеровая ниточка, она подпаливается и очень хорошо спаивается, даже незаметно. Теперь переворачиваем. Видите, с другой стороны, другим челночком, мы плетем второе колечко, которое будет с лицевой стороны. Здесь нам понадобится 4 бисеринки. Мы сразу же их отправляем, отсчитываем. Также плетем. Все то же самое, как первое кольцо, такая же схема, только с бисером. Вместо пико у нас будет бисеринка. Там, где у нас будет захват вместо пико через бисер, мы не очень плотно затягиваем, для того чтобы свободно можно было присоединить.
Так, личико второе у нас готово. Аккуратненько затягиваем. Обрезаем ниточку. Так. Дальше мы будем плести дуги. Берем приблизительное количество бисера, которое нам нужно. Каждых 3 узелка у нас будет по 3 бисеринки. Стараемся очень плотно присоединиться. Так как нитка у нас не скользящая, мы затягиваем практически через 1-2 узелка. Подтягиваем на дуге, чтобы работа была у нас плотной. Да, еще когда плетете, старайтесь не очень сильно затягивать там, где у вас бисер, для того, чтобы дуга была ровной, плавной, чтобы не было перетяжки. Так, мы готовы. Теперь давайте с вами примерим к нашему камешку. Видите, это будет с изнаночной стороны, а это будет с лицевой. Правильно пойдет дуга. Сейчас не особо видно. Дальше плетем также. Я поставлю на паузу, потому что все дальнейшие действия будут повторяться. Продолжим уже тогда, когда нужно будет заканчивать. Посмотрим, как это соединяется.